Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга. Тема нашего расклада – ставить точку в отношениях или ожидать перемен. Мысли партнера о вас и о ваших отношениях. Давайте посмотрим. У нас будет один вариант. Если вы слышите в начале расклада, что это ваша ситуация, значит, это ваш расклад. Если не слышите, выбирайте другое видео. Итак, что между вами на сегодняшний день? Что у вас происходит в отношениях? Я бы сказала, что между вами определенно есть чувство. Определенно между вами есть связь и есть чувство. Но здесь получается так, что именно один партнер проявляется, действует, как-то развивает отношения. Другой партнер, он находится в каких-то страхах, какой-то, я бы даже сказала, обороне. Хотя между людьми есть чувства, но как-то очень разные позиции в отношениях. Один человек хочет движения, хочет продвижения и готов для этого сделать все. Он уверен в себе, он хочет идти дальше, он как-то видит возможности и чувствует в себе силы и видит будущее у этих отношений. Другой же человек, он в каких-то страхах, он как-то чего-то боится, он как-то в чем-то сомневается. Ну что ж, давайте посмотрим, что же так пугает одного из партнеров. Но я вижу, что между людьми любовь, между людьми есть чувства, между людьми действительно та искра, те какой-то как притяжение друг к другу, оно присутствует. Ну что ж, покажи, что так пугает одного из партнеров. Он как-то, я бы даже сказала, что взял паузу. Он в каких-то сомнениях. Этот человек, он как ищет правду, он как ищет выход. Он решил как-то остановиться, потому что он в каких-то сомнениях находится. И он ищет выход из, ну, сложившейся ситуации. Ну, я вижу, что один из партнеров, он не развивает отношения. Он в каких-то находится сомнениях, поэтому он остановился в определенной точке. И вот как-то двигаться дальше, он как-то в каких-то сомнениях. Он ищет все-таки для себя правду. Есть какие-то сомнения у него. Почему эти сомнения появились? Ну, я вижу, что этому человеку, ну, как-то вот вы приятны этому человеку. Ну хорошо, покажи мне, почему-то вот это можете быть и вы находиться в каких-то сомнениях. Это может быть и ваш партнер, который находится в каких-то сомнениях, и как-то он остановился на определенном этапе в ваших отношениях и не продвигает их дальше. Вот только знаете, как идет, как страстное общение, любовь, красивые слова. Сказать, что это неправда, я не могу. Я вижу, что человек искренний. Но как-то какой-то страх присутствует, который заставляет его останавливаться от этого человека. Покажи, что ты боишься, чего ты боишься. Почему не развиваешь отношения, чего ты боишься. Этот человек боится, что он не сможет вам дать все то, чего вы хотите. Он не может вам предложить ту жизнь, которую вы хотите. Он как-то боится не оправдать ваших ожиданий. Он как-то не сможет. Но здесь более идет как материальная сторона. Человек не сможет обеспечить вас настолько, чтобы вы вот как-то свои мечты могли осуществить. Вот это человека сдерживает. Человека сдерживает именно материальная сторона жизни. Правда в том, что человек вас любит. Человек к вам трепетно относится. Но тормозит, он останавливает эти отношения по той причине, по каких-то своих материальных проблемах.
Это его волнует. Это он, я бы сказала, что этот человек, он ищет какого-то выхода из сложившейся ситуации. Вы можете об этом не знать, но у человека могут быть материальные проблемы. Я не скажу, что они столь серьезны, знаете, как каждый человек сам оценивает. Кому-то не хватает на самолет, кому-то не хватает, знаете, на самое необходимое. И вот этот человек, он как-то хочет с вами отношения, у него есть к вам чувства. Но я вижу, что на сегодняшний день он как-то недоволен своим материальным положением. Он размышляет о каких-то новых путях, о каких-то новых дорогах, возможностях. На сегодняшний день он ищет материальной дороги для того, чтобы улучшить свое материальное состояние. Почему он не действует? Он знает, что вы ждете от него определенных как-то решений, определенных шагов. Он знает об этом, он чувствует это. И он боится вас потерять. Но вот его волнует это. Он все-таки хочет дать для вас больше, для того, чтобы вы начали свою совместную жизнь не с каких-то материальных проблем, а все-таки, чтобы дать вам большее, чтобы ваша жизнь была праздником. И знаете, эти мечтания, чтобы их можно было все свершить и материализовать в этой жизни. Ну хорошо, давайте будем смотреть дальше. Давайте посмотрим дальше. Его состояние на сегодняшний день, состояние вашего партнера, человека, на которого вы смотрите. Давайте. Состояние мужчины на сегодняшний день. Я вижу, женщина здесь уверена, она, знаете, готова к каким-то движениям вперед. Ее как-то, я бы сказала, на сегодняшний день немного она в каком-то недоумении. Почему не двигаются отношения дальше? Почему нет развития? Все же вроде хорошо, и вроде и чувства есть, и симпатии. И женщина чувствует в себе силу, что да, я, ну, все идет хорошо, я хочу идти вперед, я хочу развития этих отношений. На что мужчина как-то все притормаживает, все тормозит, какие-то страхи его преследуют. Ну хорошо, давайте посмотрим. Вообще, давайте посмотрим состояние мужчины на сегодняшний день. Давайте посмотрим его мысли. Его, вот он в зависшем состоянии. Он считает вас очень красивой женщиной, очень действенной, очень умной женщиной, которая... Я бы сказала, что он на сегодняшний день, он чувствует этот напор, что вы хотите развитие отношений, он это чувствует. Я бы даже сказала, что в вашу сторону здесь может пройти мать его, может пройти или мать, или сестра, но человек, который расположен к вам хорошо. Потому что вы здесь выходите как очень красивая девушка, свободная девушка, которая, ну вот как в отношениях, но девушка не замужняя. Очень вы нравитесь этому человеку, он по-настоящему любит вас, и он на многое готов, знаете, и небо к вашим ногам застелить, он тоже готов, он на многое готов. И есть женщина, которая старше вас, это может быть его мать, это может быть сестра, это может быть бабушка, тетя, ну, с его стороны, которая подталкивает его к тому, что тебе уже пора. Тебе пора как-то, вот, ну, грубо говоря, ты можешь упустить эту девушку. Здесь есть такой разговор, что не тяни, не тяни, потому что ты можешь упустить эту девушку, она достойна. Смотри, потому что ты можешь ее потерять. Время идет, она, знаете, как теряет терпение. Она рассуждает с чисто такой женской, знаете, точки зрения. И разговоры эти, они идут.
Он разговаривает с кем-то, он с кем-то советуется. Все-таки кто-то, знаете, как о вас хорошего мнения, вот эта женщина, она как-то на вашей стороне. И она его подталкивает, чтобы он какие-то движения в вашу сторону все-таки делал, какие-то шаги, чтобы он... Она переживает за него, эта женщина, она за него переживает. И я бы сказала, что... Ну вот она как ты, как говорит ему, ты можешь остаться в пустыне, если ты будешь очень долго ждать, ты можешь остаться один, и как вокруг тебя будет только песок. Вот эта женщина, она и есть та влага животворящая, которая сможет в твоем мире вырастить сад. Если ты ее упустишь, ты останешься в пустыне. Ты потеряешь свое время. Он в каких-то раздумьях, он в зависшем состоянии, он не знает, как ему поступить. Ему, знаете, как тяжело признать то, что, возможно, вот на сегодняшний день он не может вам предложить то, чего вы хотите. Потому нет таких вот шагов фундаментальных в вашу сторону, как-то укрепить ваши отношения. Но я вижу, что женщина, она готова. Женщина свободна, ее, в принципе, в этой ситуации ничего не сдерживает. Она готова, она наполнена любви, она готова раскрыться перед этим человеком по-настоящему и многое сделать для него. Для нее непонятна эта ситуация, потому что я вижу, что здесь для женщины важны чувства, и те какие-то материальные проблемы, они как-то, ну, так себе они выглядят вам. Это как-то не есть вопросом остановки этих отношений. Но мужчина вот как-то притормаживает, и он вам не объясняет этой ситуации. Не объясняет ситуацию. Ну хорошо, давайте будем смотреть дальше. Давайте посмотрим его мысли о вас. Что человек думает о вас? Какая вы в его глазах все-таки? Давайте посмотрим, какая вы в глазах этого мужчины. Какая вы в глазах этого человека? Ну, если ты бросишься. Девочки, он очень серьезно настроен в вашу сторону. Очень серьезно. Он видит в вас спутницу своей жизни. Да. Он видит в вас ту женщину, которая украсит его дом, которая будет прекрасной вот как-то спутницей его жизни. Вы знаете, здесь может проиграться не у всех, но может проиграться общение какое-то на расстоянии. Может проиграться. Или вы на сегодняшний день на расстоянии, или вы в каком-то знакомстве, но вы не можете как-то перейти на новый этап в жизни, ну, на новый этап в ваших отношениях, и вас это уже начинает раздражать в какой-то степени. Вы в каких-то сомнениях находитесь, но мужчина в вашу сторону не имеет никаких вообще сомнений. Вы ему очень нравитесь, вы для него прекрасны, вы для него хороши. Эта ситуация, вот это такое впечатление, что подожди, подожди, я решу все, я все решу, но как-то нет какого-то откровенного разговора. Нет откровенного разговора, как-то он не решается еще, как-то вот материальная сторона жизни, она его смущает. Возможно, у него дела были раньше лучше. Сейчас в силу каких-то обстоятельств у него идет какое-то материальное, я не скажу проблемы, но материальное какое-то падение. То есть прибыль у него уменьшилась, и он переживает, как сложится его жизнь дальше. Он как-то все-таки боится вас как-то привязать. А потом как-то не оправдать ваших надежд, и на этом начнется все разрушаться. Вот такое вот. Почему-то вот именно материальная сторона здесь идет, оно как идет помехой в ваших отношениях.
Но чувства у мужчины есть, и он вас оценивает как женщину, настоящую спутницу, женщину прекрасную, женщину для будущего. Он все-таки вас оценивает так. Ну хорошо, покажи нам, что ты думаешь о ней, какие твои вот чувства, как она тебе внешне, покажи нам твои мысли об этой женщине. Ну, здесь может проиграться как на расстоянии, потому что такое впечатление, он как видит вас, много фотографий, он как видит вас, но не может прикоснуться. Какое-то вот как желание в нем есть, но как-то осуществить его он не может. Очень красивая женщина, очень горящая, очень привлекательная. Но здесь именно может проиграться, что он как не может прикоснуться. Между вами может быть расстояние. И проблема в том, что он понимает, чтобы забрать вас к себе, нужны материальные блага. У него же ситуация на сегодняшний день не веселая. Я не скажу, что у него прям такие проблемы материальные, но все-таки доходы уменьшились, и он боится, что как-то, чтобы ваша пара не столкнулась каким-то материальным бытом, и чтобы это как-то не начало разрушать ваши отношения. Он как-то все-таки ожидает какого-то момента улучшения для того, чтобы вы могли наслаждаться друг другом, чтобы это, знаете, вопрос, он как не портил ваши отношения. Поэтому он выжидает, он ждет какого-то улучшения материальной стороны жизни. Но вы ему очень нравитесь. У меня такое впечатление, он как-то даже себя недооценивает. Ну вот как-то он, я не скажу, что комплексует, но считает, что вы намного лучше его. Что вы женщина очень интересная, что вы очень нравитесь мужчинам, что на вас смотрят и видят вас вот этот огонь, вот эту сексуальность. Мужчины видят это. Но мне почему-то идет, что вот у него такое впечатление, что если вы пойдете дальше и столкнется ваша пара с материальными проблемами, вы можете его бросить. И он боится вот этого момента, что как-то он не оправдает ваших надежд в материальном плане. И как-то вот, ну, все разобьется, все ваши чувства, все ваши эмоции, страсть, любовь, оно все как-то разобьется в материальные проблемы. Вот он это боится, поэтому он выжидает какого-то момента для того, чтобы улучшить свое состояние. Он ждет, и он максимально тянет время. Вот буквально он максимально тянет время. Он знает, что вы ждете от него каких-то шагов, и он максимально тянет время. Он боится вас потерять, но и боится как-то не оправдать ваших надежд. Боится потерять свой шанс рядом с вами. Возможно, здесь может проиграться, если вы, ну вот, скажем так, на расстоянии, вы не знаете четко его действительного в материальном положении. Возможно, здесь может проиграться, что мужчина не так богат, как он вам показывает. Понимаете? Он не имеет таких доходов, как он вам говорит. Здесь, знаете, может проиграться, что мужчина как-то набросил на себя пуху, но не ожидал, что он так влюбится. Он как-то рассчитывал на какие-то легкие отношения. И как-то, знаете, приукрасил немного, возможно, свое состояние, а там в действительности нет того богатства, о котором он говорил. И он вот боится, потому что приходит время идти дальше, а вот тех материальных доходов, их нет в действительности. И он тянет время, чтобы вы в нем не разочаровались. Я даже не скажу, что он как-то хочет вас использовать, нет. Но ситуация такова, что он в каком-то страхе находится, что вы его бросите. Ну хорошо, давайте посмотрим,
Что этот человек думает вообще о ваших отношениях? Давайте посмотрим, что он думает о ваших отношениях. Что он думает о ваших отношениях вот на сегодняшний день. Ну, он влюблен в вас. Что он думает? А он думать не может. Он влюблен в вас, и он понимает, что он не дотягивает до вас. Такое впечатление, что есть какая-то разница между вами. Это может быть возраст, это может быть социальное состояние, это может быть даже внешность. Вы можете быть намного краше его. Он может быть старше, и он как-то, знаете, сомневается, если между вами большая разница в возрасте, он как-то сомневается в том, что, ну, что вы будете с ним в конце концов. Такое ощущение, что он намного вас слабше в каком-то состоянии. Возможно, это духовное состояние. Возможно. Но как-то он видит свою слабость перед вами. Он как-то видит, что он слабше вас. Возможно, здесь может проиграться, что вы определенно имеете над ним власть, над этим человеком. Он понимает, что он вот влюбился, он просто завис, он просто в каком-то состоянии ненормальном для себя. Он даже как-то, ну как-то неестественным для себя. Вот когда он рядом с вами, он совсем не такой, как вот он с другими людьми. Он чувствует свою зависимость от вас. Но здесь проходит, что вы можете быть или богаче этого человека, успешнее этого человека. Может быть разница в возрасте в одну или в другую сторону. Как-то этот человек размышляет о том, что такая прекрасная женщина, она может найти себе более подходящую пару. Может проиграться, что он комплексует через свою внешность, что он считает вас очень красивой женщиной, и поэтому вот какие-то комплексы, они присутствуют в нем. Комплексы, что я и материально ее не могу так обеспечить, чтобы удержать такую женщину возле себя. Нужно много денег, много надо зарабатывать. Вы знаете, он как-то вот надо заработать, чтобы обеспечить, чтобы она ни в чем не нуждалась, чтобы никакие мысли такие, знаете, не лезли ей в голову, что как-то он боится разрыва вашего. Ведь он тянет время. Ну хорошо, покажи нам мысли этого мужчины о ваших отношениях. Он боится, что вы или закрылись уже, или уже заблокировали его. И он уже, знаете, как... он боится, что вы закроетесь, или уже закрылись. Какие-то недоговорки уже присутствуют в ваших отношениях. У него такое впечатление, что вы чем-то недовольны, вам что-то не нравится, вы в каких-то смурных мыслях. Что-то он чувствует, какой-то холодок в ваших отношениях. Хотя человек очень любит вас и знает, что у вас тоже есть к нему чувства. Но на сегодняшний день он как-то чувствует, что есть какой-то холодок, какое-то ваше отдаление, какие-то мрачные мысли. Это тревожит этого мужчину, это его тревожит. Ну хорошо, покажи нам планы на вас у этого мужчины. Что он планирует в ваших отношениях, как он их видит в будущем. И стоит ли ожидать каких-то шагов от этого мужчины. Давайте посмотрим. Планы на будущее этого мужчины на вас. Ну, однозначно продолжение общения. Планы на вас, как он видит будущее, будут ли действия. Да, я бы сказала, что этот человек, он будет действовать. Он желает с вами общения, вы для него весь мир. Вы для него, знаете, какой-то определенный, как... Ну, ваши отношения для него, это какой-то мирок. Я скажу, что этот человек, он может быть такой немногословный. Вот он даже позвонит, он как-то...
Вы ждете от него каких-то вот там признаний, кисонька, ласточка, солнышко, а он вам не говорит. И вам кажется, что вот он меня не любит, или он как-то охладел, или он... Нет, нет, ни в коем случае. У этого мужчины очень большие планы в вашу сторону. Он очень хочет с вами общаться, он все для вас делает, большая страсть между вами. Он как прикован к вам, он вами очарован, он вами околдован. Я бы сказала, что он в какой-то зависимости от вас. То, что он немногословен, знаете, возможно. Возможно, вам не хватает его внимания, но он просто такой, он мужчина. Он мужчина, который, возможно, знаете, не умеет так очень красиво разговаривать с женщинами. Но он, как сказать, вот, ну не поэт этот человек. Но это не значит, внутри там кипят страсти. Внутри там кипит огонь просто. Я бы сказала, что страх большой. Страх большой, что ваши отношения могут закончиться. Ой, страх большой. Планы на вас очень большие. Будут ли действия? Да, будут. Этот человек готов бороться, и он знает, что вы ему точно нужны. Вот на вопрос, будут ли действия в вашу сторону, вышло 3 старших аркана. Этот человек, он намерен действовать. Он намерен действовать. И все-таки как-то ваши отношения сохранить. Если даже сейчас между вами какая-то размолвка, между вами какой-то спор, и вы в каком-то молчании, паузе, такое впечатление, что как он перекипит, перебесится, он просто выжидает какое-то время, он обязательно придет, этот человек, потому что, ну, вы нужны ему, вы уже так глубоко в его сердце, что там вырывать вас уже, ну, просто бесполезное занятие, просто бесполезное и очень болезненное. Ну, хорошо, давайте посмотрим дальше. Что этот человек может принести в вашу жизнь? Давайте посмотрим. Все-таки мы видим, что он как-то тянет время. Но все-таки давайте посмотрим, что этот человек может вам предложить. Что это, какое будущее может ждать вас с этим человеком. Стоит ли ждать каких-то действий от него. Что этот человек может принести в вашу жизнь? Но он может сделать вас императрицей. Эта женщина вот второй раз уже выпадает. То есть женщина достойная, женщина, которую не ущемляют. Здесь в этом случае, что он может принести? Это может быть замужество. Это может быть женщина статусная, женщина замужняя. Если вы в каком-то своем развитии, у вас есть какое-то свое дело, этот человек ни в коем случае не будет никак вас ущемлять, а только работает над развитием ваших отношений и над вашим развитием. У него очень хорошие, вот карты идут хорошие, вот как-то он все-таки надеется на развитие этих отношений. Что он может принести? Он может вас сделать замужней женщиной. Да, здесь есть такая возможность. Давайте посмотрим еще, что этот человек может принести в вашу жизнь. Ну, я скажу, что идут очень хорошие карты. Очень хорошие карты. Это и движение, это вы как замужняя женщина, и мечтания, планы на будущее, которые точно осуществятся. В принципе, я скажу, что этот человек может дать вам очень много. Он может вам дать то, о чем вы мечтаете, к чему вы стремитесь, и как-то идти рядом с вами и добиваться каких-то успехов и каких-то мечтаний. Движение вперед однозначно есть. И вы в очень такой выгодной позиции. Вы в позиции женщины любимой. Вы в позиции женщины такой настоящей партнерши. Ни в коем случае никакого ущемления. Но здесь именно женщина, вот любимая жена. Вот что он может дать? Ощущение, что я любимая жена. Что мы идем вместе, что мы как в одной упряжке, у нас одни цели. И мы как-то идем вперед по жизни.
Ну хорошо. Давайте посмотрим, нужен ли вам этот мужчина. Нужен ли вам этот человек вообще? Нужен ли он вам? Или, возможно, без него вам будет лучше? Давайте посмотрим. Потому что с его стороны, конечно, он все видит очень так перспективно. Давайте посмотрим, нужен ли вам этот человек. Я скажу да, он нужен вам. Вы с этим человеком, знаете, как сгораете, возрождаетесь заново. Он вам очень нужен. Если сейчас идет какое-то охлаждение в ваших отношениях, возможно, оно все восстанет из пепла. Будет второй рывок, будет вторая волна. Не спешите разрывать с этим человеком отношения. Я вижу, что вы для него очень дороги, для этого человека. И, возможно, здесь и стоит какой-то шанс дать. Конечно, в любом случае выбирать вам. Но я вижу, что человек вот именно в этом раскладе, он настроен очень позитивно в вашу сторону. Вы знаете, вы можете с этим человеком парить. Вы можете изменить эту ситуацию, как-то повернуть ее в свою сторону и как-то добиться чего-то хорошего с этим человеком. Ну хорошо, давайте посмотрим. Что вас ждет, если вы поставите точку? Вот если все-таки у вас оборвется какое-то терпение, и вы поставите точку в этих отношениях, что ждет вас? Вот давайте посмотрим сначала. Вот вы поставили точку. Реакция этого мужчины на то, что вы как-то вот хотите разорвать отношения. Давайте посмотрим. Реакция мужчины, если вы захотите действительно поставить точку в отношениях. Вот выпадает закрытая карта. Вы знаете, что он даже не допускает такого. Он не допускает, и он даже этот разговор, он даже не будет закончен. Вот если вы только заведете тему эту, что вот нам пора расстаться или что-нибудь, для этого человека это невозможно. Он не допускает таких мыслей. Вот закрытая карта. Для него это невозможно. Он об этом даже боится думать. Этот человек, он ни в коем случае не готов к этому. Он все равно будет, знаете, как-то... Он не поверит даже, что это возможно. Для него это невозможно. Для него это нереально. Для него это... Ну, такого не может быть. Он все равно, он будет бороться, он будет надеяться, он будет как-то какие-то действия предпринимать. Вот как он среагирует, то он, то для него это конец света. Вообще на сегодняшний день он не допускает такой мысли, что между вами все. Он не допускает. Даже если между вами какая-то пауза, и вы сейчас молчите, этот человек не допускает такой мысли, что между вами будет все закончено. Нет. Он все-таки считает вас своей женщиной, и он считает, что именно вы ему нужны. Ни о каком конце речи быть не может. Нет, нет, нет. Здесь даже знаете, даже дальше не буду тянуть карты, потому что вот эта карта четко обозначает, что для него это невозможно. Для него он таких мыслей в свою голову не допускает, что может быть конец. Ну хорошо, как-то этот человек проснется, будут ли какие-то действия, как-то он сдвинется с мертвой точки, этот человек, если зайдет такой разговор. Боже, какой страх, какой страх. Ну, вы знаете, вот если уже зайдет такой разговор, во-первых, это для него невозможно, первое его чувство, это просто ужас какой-то. Это просто какой ужас, это страх, это как же я ее могу потерять. Будут ли действия? Да он любит вас, дорогая моя. Да это любовь, да конечно будут чувства. Он ни в коем случае не захочет вас потерять, он будет бороться за вас. Ох, ох, ох. Ну хорошо, все-таки мы посмотрим, что...
Что вас ждет, если вы все-таки решите поставить точку, забыть об этом мужчине, потому что мы все смотрим, что он думает, что он чувствует. Но все-таки, если вам вот урвется вот какое-то терпение, вы все-таки эту точку поставите. Что вас ждет? Что ждет вас, если вы поставите точку в этих отношениях? Вот. А сразу придет другой мужчина. Я вам скажу, что сразу придет другой мужчина. С чем он придет, этот мужчина? С абсолютно новым, нулевой старший аркан, с новым развитием, новые чувства, новая дорога. Если вы решитесь и все-таки поставите точку в этих отношениях, здесь буквально сразу идет король мечей. Мужчина мечевой, мужчина сильный, мужчина такой действенный, очень активный, умный человек. И он с вами начнет новую историю, абсолютно иную. И я бы сказала, что очень длинную. Ну давайте так в одной карте спросим, как будете ли вы счастливы с этим новым человеком? Будете ли вы счастливы с новым этим мечевым мужчиной? Давайте посмотрим. Будете ли вы счастливы с ним? Вы знаете, то ощущение, правильно ли я делаю? Правильно ли я делаю? Потому что вот этот человек, он будет все время напоминать о себе. То ощущение, правильно ли я делаю. И все-таки, что ждет вас с этим новым человеком? Что ждет с новым человеком? Я бы сказала так, что сомнения, правильно ли вы делаете, они будут присутствовать. Вы все время как будете балансировать, вы будете в каком-то выборе, потому что этот человек, он будет, знаете, как всплывать в вашей жизни все равно. Здесь мужчина готов к отношениям, он готов вам предложить нечто большее. Но здесь как-то нужна ваша, на сегодняшний день у вас как-то еще нет четкого решения. Понимаете, этот человек, он как в вашем поле, он появится. Но что будет дальше, зависит от того, какой выбор вы сделаете сейчас. Вот карты буквально, знаете, они в каком-то, как показывает, какое-то недоумение. Пока еще не решено, что будет дальше с этим мужчиной. Но он идет, и он начнет какой-то новый этап. Но для того, чтобы было продолжение здесь, вам надо решить сначала вот эту историю, потому что она не закончена, и вот как-то, знаете, Вселенная пока видит вот эту ситуацию. Если вы закончите эти отношения, новый мужчина придет, но что вас ждет с этим мужчиной, еще, знаете, как еще остается тайной. Ну вот такой вот у нас был расклад сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я хочу, чтобы каждая женщина, которая смотрит этот расклад, чтобы она была уверена в любви своего мужчины. Я желаю вам счастья, ваши дома, ваши сердца, всего вам самого лучшего. Цените себя, любите себя. Вы есть самая главная ценность. Если вы будете любить себя, вас обязательно полюбит другой человек. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду вам очень рада. До новых встреч!